Этот кролик-солдат играл на инструменте и не хотел воевать, а хотел быть просто музыкантом. Этот кролик сидел в окопе и играл на инструменте, как пришел командир отряда и отправил кроликов в бой. Но кролик ничего не слышал, кроме своей музыки, и командир кроликов это заметил и отправил его на передовую. Двигаясь по полю, на него упал снаряд, и он потерял сознание, когда проснулся и увидел чудище, которое за ним гналось. А что было дальше, смотри в комментариях по ссылке.